И говорю, извините, но я чеченец, то у нас такого нету. Ну, что пацан-модель там, просто я не могу этого прийти на кастинг. Сделали несколько фоток, и они мне сказали, да, короче, теперь ты будешь нашим новым, типа, топ-моделем. Выше колена ничего не одеваем. У нас это, по исламу это вообще нельзя. Мой менеджер пописал мне, ты вязальчик, тебе взяли, так, ты едешь на Париж. Я очень радовался. Сразу моему брату сказал, моей маме, папе тоже сказал сразу, они очень радовались. Я понимаю, потому что если я тоже там в Чечне жил бы, тоже в первый момент буду так думать. Многие люди так думают, наверное, в трусы их там фотки делать или так. У меня же такие контракты только на вещи. И будущий чемпион UFC, иншалла. У нас это уже очень рано началось. Всех чеченцев я знаю, все они так очень религиозны у нас. Моя жизнь останется религия, моя семья, мой спорт, иншалла. И я думаю, да, модельный бизнес, какая я еще могу делать, какая я еще молодой.